Всем привет, ребята! Вы на канале Алиса Блэк, и уже наступил декабрь, а это значит, что скоро Новый год, и на моем канале стартует серия новогодних DIY-видео, где мы будем потихонечку приготавливать наш дом к Новому году, что-нибудь творить в этом стиле. И сегодня первое видео из этой серии мы будем превращать такой достаточно старый, скучный стул в более новогодним, вдохнем в него новую жизнь. И если вам интересно посмотреть, как мы это делали, то оставайтесь со мной, я желаю вам всем приятного просмотра. Первым делом нам нужно очистить полностью старое покрытие нашего стула, для этого воспользуемся шкурками двумя вида. В этом непростом деле мне помогал мой любимый муж, но я думаю, что мы, девушки, тоже сможем вполне с этим справиться. Единственное, наверное, придется потратить на это больше времени. После того, как старое покрытие будет полностью удалено с нашего стульчика, мы покроем его грунтовкой. Обязательно оставляем стул до полного высыхания. Ну а теперь переходим к самому приятному делу, это покраски самого стульчика. Я выбрала краску аэрозольную в баллончиках, белый цвет, и обещают, что она должна быть матовой. Покрываем в несколько слоев, обязательно даем высохнуть нашему слою перед тем, как нанести следующий. У нас получилось два слоя, и ушло на это целых три баллончика. Но пока наш стульчик сохнет, мы займемся декорированием подушечки. Для этого мне понадобится, помимо самой подушки, еще белая ткань, цветной фетр, нарисованная мордочка оленя, ножницы, карандаш, маркеры по ткани и клеевой пистолет. Я переверну подушку на ее обратную сторону, для того, чтобы под белой тканью не просвечивался узор. И теперь я буду приклеивать при помощи клеевого пистолета ткань на нашу подушечку. После чего я закрою места склеивания полосками зеленого фетра, которые я также приклеиваю при помощи клеевого пистолета. Ну а теперь берем нашу мордочку оленя, которую заранее нарисовали, вырезали. И также заранее я вырезала рожки из коричневого фетра и элементы мордочки. Обвожу обычным карандашом. Теперь по этим линиям провожу маркерами по ткани. Также при помощи клеевого пистолета приклеиваю нашу мордочку и рожки. Теперь дорисовываю глазки, шарфик, и я еще решила добавить несколько снежинок. Вот такая подушечка получилась, мне кажется, что очень мило. На этом все, я надеюсь, что видео вам понравилось, если так, то ставьте пальчики вверх, добавляйте в избранное, подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель, а я очень надеюсь вас видеть в других своих видео, с вами была Карина, пока-пока!